Дорогая, к нам идет в гости моя мама. Будет через полчаса. Но для вас, мама, 7 разных вкусов. Курочка фирменно сладко-остро-кислым, ни с чем не сравнимым соусом канам, посыпана дробленым жареным арахисом. Хрустящая курочка с нежнейшим сырным вкусом. Да, это сырный снег, полюбившийся как взрослым, так и детям. А это один из самых популярных вкусов в Азии – медово-чесночный. Создан для тех, кому хочется сладости и пикантности. Украшается дольками чеснока и кунжутом. Барбекю – самый популярный соус с нотками остроты и кислинки, украшен тонкой соломкой из болгарского перца. О, чили – это буря вкуса. Не-не-не-не, такую курицу горячим чаем запивать не стоит, а вот газированные напитки – отличный вариант. И фрайт – это классическая курочка в панировке из 20 специй. Ну, невестушка угодила, курочка и сочная, и хрустящая, а еще есть. Что такое Kanam Chicken? Это отличное кафе, в котором можно не только заказать вкусную еду на дом, но и посидеть с друзьями и отведать популярнейшие корейские блюда. Все ингредиенты – панировка, соусы, специи – для приготовления курочки производятся в Южной Корее по специальным технологиям и доставляются с завода напрямую в кафе. Благодаря высоким стандартам все блюда готовятся из охлажденного мяса самого высокого качества. Каждый вкус разрабатывался тщательно и в течение долгого времени. А повара кафе готовят сеты со всей душой, индивидуально для каждого гостя. Именно поэтому у Чикина незабываемый вкус. И в него влюбляются все, кто его хоть раз попробовал.